До нас сьогодні завітав спортивний коментатор Сергій Мельников. Вітаємо вас. Доброго утра. Хочеться також привітати українську команду з перемогою. Хотілося б від вас почути коментар від вчорашньої гри та які були шанси у Шахтаря дійсно на цю перемогу. Мне очень понравилось, что они тактически очень грамотно сыграли с этой командой. На самом деле, Наполи достаточно сильный коллектив. Я думаю, это только начало группового этапа, и очень тяжелый матч будет ответный там с этой командой. Но если кто смотрел матч, видели, что инициативой больше, даже не инициативой, мячом больше владела команда Наполи, особенно после пропущенного от Тайсона на 15-й минуте. Но затем еще второй гол, шикарно сыграл Степаненко, здорово открылся Феррейра и 2-0. Затем они опять давили, заработали пенальти, вот здесь вопрос, непонятно зачем Тарас в такой подкат в своей штрафной просто летел. Ну, 2-1 выстояли, выиграли у одного из своих, наверное, прямых конкурентов, потому что мне кажется, что Манчестер Сити все-таки команда, которая является основным фаворитом в этой группе, а Фейенорд, мне кажется, немножко, ну, если я могу своим субъективным мнением так сказать, мне кажется, он немножко будет послабее Наполи и послабее Шахтера. Хотя это футбол и все что угодно может быть. Группа достаточно сложная для донецкой команды, и тем радостнее, что они начали ее с победы. Очень радует, что тактически команда сыграла здорово в обороне, с учетом того, что основной центрбэк сейчас травмирован. Не доиграл немного Ордиц, и Хачалава выходил вообще первый раз в Лиге чемпионов. Были опасения на последних минутах, как молодой защитник справится. Ну, там особых проблем не создали ему, поэтому все хорошо, что вот так вот закончилось, и 3 очка в копилку есть. На вашу думку, ця перемога як повпливає на долю Шахтаря у власній групі? Ну, это очень важная победа, потому что там будут борьба за любые очки, мне кажется, в каждом матче, особенно вот Шахтер-Наполи, там Фейенорд. А если вообще говорить о силе команды Шахтер в этой группе, я думаю, нужно посмотреть, это будет по следующему матчу, по матчу с Ман-Сити. Потому что Ман-Сити сейчас на великолепном ходу, и Ливерпуль 5-0 в чемпионате обыграли, премьер-лиги английской, и вчера не оставили особых шансов голландской команде. Ліга чемпіонів просто прикувала абсолютно усіх вболівальників до телеекранів. Хотілося б від вас дізнатися, хто, на вашу думку, фаворити цьогорічної Ліги чемпіонів і хто, на вашу думку, дійсно може стати чемпіоном? Ну, є один скритий фаворит для мене – це ПСЖ. Ну, потому что, во-первых, очень серьезные приобретения в линию нападения. Сейчас там играют такие футболисты, как Неймар, самый дорогой футболист мира. Тот же Мбаппе, ну, посмотрим, как они себя проявят в Лиге чемпионов, потому что во Франции, конечно, они там феерят сейчас в своем чемпионате. Можно подумать, что это была гарна стратегия, что ПСЖ себе набрали таких гравцов. Это не всегда дает победу в Лиге чемпионов, и даже в том же, ну, в чемпионате Франции, как бы понятно, там очень сложно будет кому-то их обыгрывать. А не всегда наличие большого количества звездных футболистов дает результат. Это доказывал тот же Реал, когда был Галактикос, когда просто невероятное множество сильных футболистов, великих футболистов, а результатов той же Лиги чемпионов особо не было. Но что касается этого, опять же, это будет Реал. Опять же, в этом сезоне, не знаю, посмотрим на Барселону, может наберут еще там, как перестроятся они после ухода Неймара. Естественно, Бавария, вот ПСЖ. И я думаю, что кто-то из английских клубов должен еще там те же Челси, возможно, Ювентус, опять же. Ну, все, основное для меня все равно остается Реал, как бы, и, наверное, вот так пока будет. Какие-то испанские команды в любом случае, мне кажется, в финале будут. До теми стратегії і придбання нових сильних гравців хотілося б дізнатися. Ось, наприклад, команда Китаю також набирає активних гравців для того, щоб перемогти у майбутніх роках у чемпіонаті світу. А ось яку стратегію варто зробити миколаївському клубу для того, щоб вийти у вищу лігу, а потім, можливо, мрія всіх миколаївців стати у Лігі чемпіонів грати? Ви знаєте, я, може бути, зараз так немножко кого-то разочарую, но нужны годы. Объясню почему. Потому что то, что сейчас делает человек, который, благодаря которому муниципальный футбольный клуб Николаев вообще в принципе есть, Сергей Анатольевич Кантор, это только первые шаги для того, чтобы вернуть нормальный большой футбол в наш город. Футбол, он зависит от денег, все это прекрасно понимают. Футбол зависит от собственных детских школ. Первоначально, что нужно сделать, сейчас правильно делать, строится новое поле.
Нужно строить поля, нужно делать, так как они создали футбольный кластер от U17 до там, молодежной команды, там, вторую команду создали, потому что нужно растить своих. У нас нет возможности покупать футболистов, это все понимают. И, конечно, нужно находить дополнительные какие-то источники финансирования, чтобы стабильная была команда, чтобы футболисты не думали о том, ну, о своих бытовых там вопросах и оставались в клубе. И тренерскому штабу Корабелов не надо было каждый год искать новых футболистов. Это же невозможно, как создать тогда коллектив. Поэтому вот такие результаты. Все должно быть системно, и никто не даст результат вот такой, как бы хотелось, Лиги чемпионов. Мы можем об этом мечтать, но нам нужна система, нам нужно, чтобы хотя бы несколько воспитанников пришли в клуб и заиграли на хорошем уровне. А для этого нужны годы. Нужно отреставрировать стадион, построить дополнительное поле. Нужно, чтобы у команды была база, чтобы у детского футбола было будущее в Николаеве. Только такими этапами, возможно, потом будут привлекаться какие-то инвесторы, там покупаться еще футболисты, но только так. Я другого выхода не вижу, а это годы. А на сьогоднішній момент, чи є справжні зірки у Миколаївському футбольному клубі, на кого варто звернути увагу і на якого можна покладати надії? Ну, на самом деле, там говорить о конкретных звездах, смотря в каком масштабе. В масштабе того, чтобы продать его в ПСЖ за 222 миллиона, таких футболистов муниципального футбольного клуба Николаев, не, ну, возможно, и есть, но мы о них пока что не знаем. В масштабе того, как ребята борются иногда за, ну, не получается, сейчас что-то вот просто не везет, реально в последних матчах. Вроде и играют они неплохо, и выходят вперед, первыми забивают, ну вот где-то не везет. Но там можно отмечать многих, ну, например, тех, кто уже долгое время в клубе, сейчас капитан Андрей Ковалев, он с клубом и в сложный период, и тем не менее выходит, играет, доказывает, что он один из лидеров. Игоря Сикорского можно отмечать, забивает много. Ну, много кого, о каком можно говорить, это молодые воспитанники николаевского футбола, которые вот сейчас вернулись, Рома Попов и Валера Рогозинский, который тоже вот в прошлом году из Полтавы вернулся. Вот Виктор Берко. Ну, вообще, в целом, команда симпатичная. Команде нужна стабильность, команде нужно тренироваться на нормальных полях, готовиться, восстанавливаться. Вот вы понимаете, инфраструктура сильных клубов, она после каждой игры или тренировки, футболист идет к массажистам, так восстанавливается быстро, там проходят процедуры, у них невероятные там тренажеры, у них эти залы спортивные, бассейны, реабилитация, все это. А у нас ребята восстанавливаются, сыграли игру, ну, там доктор, массажист, все посмотрели, какая-то может быть там баня восстановительная, сауна, и все, на этом все заканчивается. Это все, футбол, это невероятная инфраструктура, и таких результатов можно добиваться только, когда все эти мелочи будут учтены. Якщо у країнах Європи та світу усі хлопчаки хочуть стати футболістами, дівчата хочуть стати дружинами футболістів, то як у нашому місті, чи хоче підростаюче покоління стати дійсно спортсменом футболу? Я думаю, да, многие мальчишки просто тоже смотрят телевизор, они смотрят, видят, как, кто такой Месси, кто такой Роналду, кто такой Неймар. Да, то же самое молодые украинские футболисты, которые, возьмите тех же успешных ребят из Шахтера, из Киевского Динамо. То есть, единственная проблема, мне кажется, что в свое время очень серьезные контракты и большие сразу дают молодым футболистам. Мне кажется, этот вопрос нужно пересматривать, чтобы футболистов был стимул развиваться дальше. Но говорят, сейчас тенденция, ну, поменялась. Ну, после того, как там несколько лет назад молодой футболист получал контракт, он где-то в какой-то момент переставал выкладываться на тренировках, понимал, что у меня уже есть деньги, все там, ну, сами понимаете, молодой, неокрепший ум, человек живет там или в столице, или в каком-то большом городе, откуда-то приезжает, естественно, там соблазнов очень много. А сейчас, ну, говорят, что меняется эта тенденция, что они вот пашут на полях и понимают, что им нужно не только «Динамо» Киев там, или «Шахтер», им нужно ехать в Европу. И это, ну, должно со временем, нужно подождать. Я думаю, что есть потенциал неплохой у молодежи украинского футбола. А ребята, мальчишки, естественно, вы посмотрите, сколько их лет им бегают. У нас по Николаеву только, я думаю, 1000-3 Месси наберется, поэтому... Якщо миколаївському футболу необхідні серйозні капіталовкладення, то чого не вистачає українським футболістам, українському футболу, щоб дійсно стати світовими чемпіонами, чемпіонами Європи? Да тоже того же самого времени. Мне кажется, мы просто говорим и об одних и тех же вещах, вот что касается там развития футбола там в Николаеве, да, и что касается развития футбола в Украине. Я уверен, что сейчас в футбольных школах того же «Динамо» подрастает очень неплохое поколение. Я уверен, что в футбольных школах «Шахтера».
Днепра, Харьков, уже эти, ну, нужно время. Мне кажется, что будут появляться футболисты. И вот, наверное, по моему мнению, еще нужно отпускать в Европу быстрее. Вот очень долго, мне кажется, Андрей Ермоленко играл в «Динамо Киев». Благо в этом году он перешел, уже забил вчера в Лиге чемпионов за «Боруссию». Их нужно быстрее отпускать, чтобы они привыкали к тому футболу. Потому что особенно хотелось бы, чтобы кто-то переходил в английские чемпионаты. Пусть не в топ-клубы, но играли в этот мощный футбол и понимали. Вот у нас проблема с исландцами же была в том, что мы не можем играть против такой мощной обороны. Они невероятно крутые просто, эти исландские защитники. Вообще феномен исландского футбола. Вы посмотрите, маленькая страна. И те, кто говорят, что как мы проиграли Исландии. Да вот так, Исландия давно уже сильная топ-европейская сборная, на мой взгляд. Для того, щоб вирости на ще один щабель нашу українську команду, на вашу думку, що краще? Придбати нових сильних гравців чи виховувати своїх українських, які зможуть дати відпір? Это в сборной или в клубе? В сборной. Ну, в сборной мы не можем, это можем говорить только о натурализации. Ну, к ней по-разному можно относиться, да. Допустим, если брать того же Марлоса, который, ну, давно говорят о том, что он может быть натурализировать. Я не хорошо, не плохо отношусь к натурализации. Я считаю, что если натурализировать, надо вот как Эдмара, который тут прожил долгое время, женился на украинке. Он тут и остался, он во второй лиге сейчас в Харькове за «Металлист» до сих пор играет. А что касается того, чтобы вот этот классный, он согласен за деньги, надо понимать, действительно ли он в стране остается и как он к стране относится. А просто за деньги он так может поехать. И поэтому в случае сборной только воспитание украинских футболистов, молодых. Я думаю, что мы там через года 2-3 новое поколение. Вот посмотрите, как Матвиенко сейчас заиграл, молодой, в сборной. Один из лучших был с исландцами. С исландцами это однозначно. Не боится, уже по-другому играет в футбол. Там видно, что еще, конечно, опыта не хватает. Видно, еще побаивается где-то. Но если он будет играть, и таких ведь есть в любом случае. Нужно просто уделять этому больше внимания. На останок нашої розмови хотілося б від вас почути декілька коментарів, можливо, навіть побажань до миколаївських вболівальників, що вони можуть очікувати від цьогорічної Ліги чемпіонів, на що сподіватися і за кого, можливо, вболівати найбільше для того, щоб їхні сподівання справдились. Друзья, я, наверное, больше не про Лигу чемпионов, потому что все-таки Лига чемпионов, каждый там за своих болеет. Я болею за «Динамо», нет «Динамо» в Лиге чемпионов. Ну, естественно, за «Шахтер» будем болеть, потому что представляет Украину. Я по поводу того, что нужно ходить на стадион и поддерживать муниципальный футбольный клуб «Николаев». А вот сейчас недавно снизили цены на билеты, и они стали намного демократичнее поддерживать. Даже когда команда проигрывает или не выигрывает, вот таким образом можно давать импульс и посыл тем же самым маленьким футболистам, которые будут, видя, приходя на стадион, видеть о том, что много народу, что это футбольный спектакль, что это круто, и будут идти записываться в спортивные школы. Это один из аспектов. Я не говорю уже о спортивной составляющей поддержки МФК «Николаев», о ней сказано очень много. И, друзья, спускайтесь с горки, там в чаше стадиона гораздо интереснее. Дякуємо вам за таку пораду. Я думаю, що тепер підтримувати наших миколаївських футболістів будуть яскравіше і дійсно активніше. Нагадую, що сьогодні до нас завітав спортивний коментатор Сергій Мельников.